да? Отлично, Костя. Здорово. Guys, did you overtake Khalifa? Yeah, because not far away. But he's stuck. Yeah, stuck. Oh, okay. Костя, ну как день прошел? Расскажи. День прошел отлично, я считаю. О, спасибо, Николаевич! Если паскать ему он универсал, уже в 200. Это универсал? Бон универсал, Константин. Merci beaucoup, merci. Браво. C'est un bon... Bon cadeau, hein? Ouais, bon cadeau, oui, voilà, c'est ça. Давай хорошее интервью. Да рассказывай. Да не, ну все вроде сложилось нормально. Мы догнали Аль-Мутави. И так за ним, контролируя ситуацию, все время ехали. Он пытался несколько раз от нас уехать. Вот такие, по стилю Сергея Гирин. Ну, то есть типичная такая история. Так потихоньку, потом раз, штурм. Опять потихоньку, раз, штурм. Ну вот, было несколько проходов через такие дюны серьезнейшие, которые мы с первого раза взять не смогли. То есть нам приходилось разворачиваться, подниматься снова. Ну вот, он от нас опять отрывался, мы его опять догоняли. Ну вот, а потом, когда мы проезжали CP, ему, видимо, либо по телефону, либо как бы как-то сообщили о том, что мы на хвосте, атаковать смысла нет, может закончиться печально. И он сбросился совсем, и мы шагом ехали километров, наверное, 100. С ним вместе, в общем-то, устали крепко, потому что скорости нет, движение непонятное, засыпаешь. Ну вот, а потом